приехала. Вот. Линца Френцеля. По-моему, правильно называю. Еще порядка 6 канадских баксов она встала. Налепила сегодня, потому что она была в трубочку свернута. И. Ну, короче, согнутая, не хотела лепиться. Вот положил на панель, пару дней полежала. Оттаяла. Просто водой полил на стекло, но смысл сделал. Распылил. И просто тряпочка в пузырь, выгнал пузыри. Сейчас подождем, пока машина поедет, и чтобы. Ну, уже так заметно, что. Сейчас я камеру держу примерно на уровне головы, как я со своей сидушки это вижу. И что видно через линзу? То есть тут достаточно высокое стекло посажено. И плюс сама длина машины. И... О, вот едет. То есть было видно, что так я привижу примерно по окна, через линзу я вижу уже колеса. То есть, когда ближе подъезжаю, какие-то там, надеюсь, будет помогать мне это. Вон она еще одна едет. Ну давай, где там крадешься? Так. То есть ту линию заметно, что намного ниже берет. И даже вот глазами видим вот эту вот желтую линию за стеклом. То есть я даже вторую не вижу. Вот если выше поднять, вот она, две. То в линзе от и даже вот тот ряд, для который туда едет, с колесами целиком видно. Ну, вроде доволен.